Что, друзья, всем привет! Это очередной видос на моем канале. Как я и говорил в прошлом, что буду все вот это вот ломать. В общем, делать в нем черные стены, черновую отделку, как это говорится, вот, чтобы сделать здесь вполне нормальный ремонт. Не буду томить и начну непосредственно с коридора, с разбирания вот этих вот панелей, вот этих вот крючков. Блять, я думал, он крепче. Ох, нихуя себе. Мама, я описался. Итак, друзья, что ж, прихожку я разбомбил, вынес двери. Данное видео, кстати, будет по таймингу. Можете опуститься в описание, и там будет, как бы, здесь будет первый тайминг «Крушеломай», второй тайминг, наверное, будет «Обои». И как бы в таком виде дальше что-нибудь придумаем. Поэтому это пока все вот так вот. Все это сейчас у нас сломано. Мышей пока не нашел. Планирую зайти в кухню, разломать весь вот этот вот, все вот это вот повытаскивать. Сколько интересного сейчас будет тоже. Я знаю два способа удаления обоев. Первый способ, как бы, обычной водой вот так вот пропшикиваете обоину, она мокреет. Мочите ее, короче. Первый способ — это пшикалка, но нажимать вот так вот пальчиками можно устать. Поэтому есть кисточка. И опа! Вот, короче, дальше обоина мокреет, потом берете свой шпателечек, вот так вот спокойно снимаете обои. В данном случае мне везет то, что здесь старая краска, поэтому слазит, в принципе, почти сразу как намокает. Но также не во всех местах. Где-то нужно пшикать 2-3-4 раза или промазывать. Yeah.
Мил. Ну что, друзья, закончила кухню. Эти 2 часа у вас пролетели за несколько секунд, а мне за эти 2 часа пришлось изрядно попотеть, дабы очистить всю полностью кухню от обоев. Ну, наверное, сейчас начну с комнаты. Опа. Ну, как-то так. Так, друзья, что же, у меня на зал ушло 3,5 часа, чтобы зачистить его полностью. У меня вот столько получилось обоев, как бы где-то мне по колено. Нужно сломать вот эту часть стены и вот эту вот перегородку. Поэтому сейчас мы возьмем перфоратор и начнем ломать. Многие спросят, а что не кувалдой, а молотком? Нет у меня кувалды, есть только молоток и перфоратор. Но перфоратор что-то стену не хочет так это, ломать как-то не хочется, поэтому молоток выручает. Маленький, 500-граммовый, а что творит? А, что ж, друзья, третий день, точнее уже вечер. Ободрал всю комнату, остались там пару нюансов вот таких вот. Показывать не стал, принцип такой же, как и со всем тем. В общем, что хотел показать. Есть такие газеты, «Советский спорт». Угадайте, какой год газета. Вот чисто вот остановите на паузу и угадайте, какой год данной газеты. Вот. Я надеюсь, что вы это все-таки сделали, а я вам сейчас покажу. 5 июня 1986 года. Вот. Вот такие раритетные газеты есть. Их нужно будет также намочить, содрать. Но сама суть то, что 86 год. Также возникает вопрос по полам, потому что подпол пустой. Возможно, с ними тоже что-то буду делать. Ты гля, что происходит? А? Кто тут гавкает? В общем, друзья, данный видос подходит к концу, и пока я работал, планы кардинально все-таки поменялись. Поменялись они вот в чем. Исчезла данная стена, теперь здесь будет кухня и зал, то есть типа студии получается. Также идут уже легкие работы по замазыванию тут дырок. Также я уже все проштробил, под проводку, под розетники установил. Это все в следующих сериях. Вот, но, наверное, весь снимать процесс, как выравниваю стены, заливаю пол, не буду, а вот мы уже начнем снимать видос тогда, когда уже будет готов и пол, и стены, как будет проводка прокладываться. Ну, в общем, черновой вариант видосов я пропущу. Также выложил сегодня вот эту вот опалубку, я не знаю, как правильно сказать, под будущий скрытный люк. Это все вам потом покажу. Так что на этом видос заканчивается. Мы с псом говорим вам до свидания, до новых встреч. А с вас обязательно лайкусик, комментарий и подписка. До новых встреч. Пока-пока.